Так, господа, я вас приветствую. Сегодня будем ломать эмулятор PlayStation 2 с помощью такой программы, как... Никакой. С помощью программы. Я пытался сломать с помощью ArtMoney его, с помощью CheatNG, ничего не получилось. Но оказалось, что есть встроенная функция для взлома. Называется Cheats. Еще раз. В папке с эмулятором есть папка Cheats. И вот сюда помещаются такие файлы с инструкциями. Так они выглядят. Короче, этот файл я нашел в интернете для Front Mission 5. Я искал не его, я просто искал, как их взломать. И наткнулся на такой форум. Ну, то есть вот мы пишем название его. И вот мы находим этот форум сразу. Где пацаны какие-то выкладывают, короче, как они, собственно говоря, ломали игры. И вот тут тебе настройки для чита, все характеристики его и, собственно, сам файл. Так вот. Вот это для Front Mission 5. Но для меня он не подошел, потому что моя версия игры другая. Вот это. Как я это узнал? Мы идем. Запускаем игру. Нам нужна консоль. То есть вот консоль. Вот мы включаем. Консоль нам нужна. Далее. Получается. Так, где-то тут. Вот. Есть такая штука включить читы. С помощью нее все и работает. Но об этом попозже. Запускаем игру. И вот тут мы видим название нашего образа B7532DF6, моего личного образа. И получается, я просто взял этот файл и переименовал. Изменил имя на B7532DF6. И получился у меня вот такой файлик, где, собственно говоря, я прописал все вот, ну, собственно, я оставил только то, что мне интересно, то есть взлом на деньги. Вот он. Так выглядит взлом на деньги. Как это работает? Мы заходим в игру, загружаем ее, и вот мы видим, собственно говоря, сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку. Во. Вот, мы видим, собственно говоря, я уже RP я уже взломал. Теперь смотрите. Ломаем все остальное. Включаем читы. Все работает. Так вот это сработало. Короче, мне интересно был взлом такой. Вот это образ save файл, который лежит вот здесь, в моем карте. Вот. А здесь, получается, я сделал сохранение. Это hard mod в Front Mission. И где взломана только RP. Ну, то есть моя вот эта игра. Еще раз. Тот сейф, который вот этот. Вот этот мой сейф, короче, я вот в этот файлик его засуну и загружу. Ну, давайте еще раз резюмируем. Ломается игра с помощью, получается, встроенной функции, которая называется, находится в папке cheats и файл patch. Для каждой игры такой файл можно найти. Далее, вот это версия образа игры. Мой образ, вот это его версия. И вот этот файл работает для меня. То есть я сам это написал. Ваш образ будет по-другому как-то называться. Вот надо будет сюда его записать. То есть надо будет просто переименовать файл для вашей игры в название вашего образа. И все, читы заработают. Все, ребят, всем спасибо. Я думаю, все получилось у вас, как и у меня.